гуляем, гуляем, смотрим, гуляем, смотрим, гуляем. Ходим за Шуни по русскому музею, 11 утра, но народу, наверное, все школьники собрались, да? Да, в городе. Все. Моя любимая картина. Одна из Фрина на празднике Посейдона. Школьников и правда очень много. Это круто, что они ходят по музеям. Вот там моя любимая картина. Дайте проход. Наконец-то нашли тихое местечко, можно поболтать. Далее, расскажи что-нибудь про русский музей. Начались мои нелюбимые залы. Ну, поэтому можно пройтись побыстрее. Очень хорошо, что ты поддерживаешь эту инициативу. Вообще, надо какой-нибудь еще интересненький музей. У нас есть музей хлеба, музей сахара, музей фрейда. Это, кажется, музей всех. Супер, большой музей. Ахматова, Пушкина, Толстого, нет. Дети, домики, квартирки, подъезды. Там, что хочешь вообще. Рабочие, выходные. Опять русский музей. Опять. Я просто очень его люблю, очень. Это вообще просто. С этого надо начинать. Что это за комната? Я снимаю, а ты читай. Это база. Что это за комната? Мы лошары, мы не знаем. Покупать топ экскурсии. Я не люблю экскурсоводов, если честно. Я люблю вот сама ходить, смотреть, останавливаться где хочешь и вникать в глубину картины. Шуня выставляет фотографию в Инстаграм. Хотела сказать только, что экскурсовод рассказала, что в данном зале присутствуют картины, которые путешествуют по всему миру 19 века, и они даже закрыты бархатным полотном. И она такая говорит, вот вы посмотрели ее, и лет 100 еще можете не увидеть, потому что она будет по всему миру путешествовать. И все. Так что нужно ценить каждый момент, и каждый миг, и каждый шанс, который тебе дается. Современное искусство. А это просто, это кладезь современного искусства. Пришли в корпус Бенуа. Да, конечно. Самая картина из картин. Анна Ахматова. Вообще супер. Наверняка многие видели ее и знают. Когда в зале никого, вообще так классно. И тишина. Вот так надо ходить по музеям. Ой, бабульчик, какие милые. Да, иди по гладкой, говорит. Это так мило. Это смотрите, как мы вовремя просто пришли. Идем репортаж. С места событий. Мы уже сходили, вышли, и я даже не ждала, что смотрите, сколько народу. Так что вставайте пораньше и идите в музеи. Нечего спать и дрыхнуть. Чума, куда? Я не знаю. Чекуся. Голодный, нет? Ну, я как бы хурму ем. Куда нам?
Пальто вырежу потом, замажь меня, пожалуйста, как будто я сижу в шубе. Ноковой. Ладно? Аня, из лисы. Сделай мне из лисы с шубой, ладно? Хочешь? Монтаж, ты должна уметь. Ты должна это знать. Хочешь хурму? Нет, хочу шубу. Хочу чернобурку. Ну это, пожалуйста, не ко мне вопросик. Детка. Ну я ж твоя подруга, сколько лет? Уговаривает. Умножь уже, наконец, все эти года. Так. Думаем, куда поехать. Ты думаешь, нам он подскажет, да? Сейчас оттуда будет голос, да? Девочки, едьте-ка вы, пожалуйста, я не знаю.